Итак, друзья, вот такое это устройство. Ну, это, понятно, зажимной ключик. Ну, понятно, я не за. Всем привет, друзья! Пришла наконец-то посылка из Китая. Давайте откроем, посмотрим, что там внутри. А внутри, друзья, вот такой вот наборчик для перфоратора, переходник, так сказать, на такой вот зажимной. Давайте посмотрим, как это в деле работает. Вот такое это устройство. Ну, это, понятно, зажимной ключик. Значит, ну, вроде бы как добротненько так выглядит вот эта вот вращающаяся часть. Ну и резьба здесь, вот она здесь, ну, в общем, нестандартная, она левая. Давайте соберем. И здесь тоже левая, здесь правая, здесь стандартная. Я так думаю, вот это надо затянуть, здесь ключ на 17, скорее всего. Оп, и затянули. Так, и закручиваем вот этот леворезьбовой болт. Сейчас отверточка. Вот он там должен быть закручен, вот туда. Так. А, ну стандартной резьбой не получается. Вот нестандартный. Кстати, все так смазано чуть-чуть, в какой-то смазочке. Вот я его закрутил. Скорее всего. Так, ну все. Давайте попробуем использовать. Есть у меня вот такой перфоратор. Штука эта будет жить в нем, естественно. Встал, все отлично. Давайте что-нибудь просверлим обычным сверлом. Вот обычное сверло. По металлу. Встали. Зажали. О, хорошо так зажимает. Здесь вот одна дырка есть, давайте вторую. Ага, у меня стоит молоток, похоже. Молоток-дрель. Вот здесь переставить. Только на дрель. И поехали. Странно, косо, криво, боко. Ну, надо специально его поставлять. Так, еще разочек давайте попробуем. Ну, давайте перевернем его на вот так. Это просто на 90 градусов. И он не ставится. Слушайте, я не уверен, но, по-моему, это сверло тоже кривое. То ли вот эта вот фигня кривая. Давайте попробуем прям вот свежее сверло. Вот, сверло купил там пару дней назад.
посмотрим. Значит, он сверлит, сверла были просто кривые. Ну, действительно, я там ими много работал, просто так именно сложилось, что два сверла кривые. Вот это сверло, такое золотистое, оно что на нем написано, интересно. А ничего на нем не написано. Ну, это как минимум HSS, а вот написано. Да, HSS, просто HSS. Так, ну, в общем-то, история с этим узлом очень даже неплохая. Все работает. Качество, конечно, ну, так себе. Ну, за 400 там или 300 сколько рублей, это отлично. Значит, дальше давайте посмотрим, что там насверлил. Я не просверлил до конца. Ну, вот эти вот вещи, это у меня не вставало. Вот я здесь нашел пристанище, начал сверлить. Перестал, потому что било вот это вот второе сверло, тоже кривое. И вот это сверло маленькое. Вот стружка, ну как-то так, все это работает, друзья, ну еще, по-моему, не работает. Все, такой был обзорчик, заказывайте. Ссылку оставлю в описании. Всем спасибо, всем пока.